81 год в экспозиции. На дне танкиста в парке «Патриот» музейные экспонаты оживают. Это не чудо, а профессионализм реставраторов. Единственный в мире экземпляр танка СП-126 предстал во всей красе перед гостями праздника. Как сюрприз, сегодня нам реставраторы приготовили отреставрированный танк СП-126, который 81 год простоял, будучи испытанным, не пошел в серию. И вот сейчас его поставили на ход и сегодня продемонстрируют его ходовые возможности. Легкий танк сопровождения пехоты был выпущен в 40-м году. Тогда шли разработки трех подобных боевых машин одновременно. Но СП-126 в серийное производство так и не поступил. Результаты испытаний других танков оказались более успешными. От дальнейшей разработки Т-126 СП было принято решение отказаться, но именно его наработки легли в основу того же самого Т-50. Каждый ребенок мечтает посидеть на танке. И в завершении динамического показа военной техники такая возможность у юных посетителей парка «Патриот» была. Быть может, кто-нибудь из них, впечатлившись мощью боевых машин, решит в будущем стать танкистом. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».